Фильтр находится слева или справа, у вас будет лючок, его вы нажимаете или просто открывается. У меня это закрытая панель. Нам понадобится отверточка, вставляем справа, аккуратно, без фанатизма, поднимаем вверх, теперь левую и посередине. Наша панель отошла, мы получили доступ к нашему фильтру. Против часовой стрелки выкручиваем фильтр, спички, резинки. То есть куча находок. Попадает с одежды, бирки разные, бумага. Все, что есть в карманах, попадет в ваш фильтр. Теперь я понимаю, что это за скрежет. Попал гвоздик. Когда вы почистите фильтр, вы тоже найдете очень много сюрпризов. Теперь промойте этот фильтр под проточной водой. В отверстие загляньте, чтобы там было чисто. Если нужно, тоже протереть. И закручиваем наш фильтр по часовой стрелке. Вставляем панель, 4 паза, вставляем и поднимаем вверх. Прижимаем левую и правую сторону. Теперь ваша стиральная машина в полном порядке.